Первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и ее коллега по фракции Дмитрий Голубков проверили ход ремонта дорожного полотна на улице Вокзальной в Одинцове. Уже отремонтировано более 750 метров дороги. Это свыше 3000 квадратных метров полотна. Специальным керноотборником был вырезан образец нового асфальтового покрытия и направлен в лабораторию для оценки качества.